Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Demon's Souls. Мы находимся в Нексусе. Под нами пропасть, ведущая к старейшему, который, собственно, виноват во всем произошедшем с этими королевствами. Финишная черта, возможно, эта серия будет последней. А как бы там ни было, пришла пора направляться туда. Пойдем, ведьма, веди меня. Hark, I hear voice of your... Я слышу твой голос, The Hark. Old one is calling for thee. Старейший зовет тебя. Let us proceed below to its lair. Проследуем ниже. Я уж думал, блин, повисло, что ли. Кокошник, помогай. Помогай, кокошник. Так, а тут светло. Я думал, будет гораздо темнее. Это вообще похоже какое-то место вне времени и пространства. Ёлопало, это что такое? Офигеть, это старейший, что ли? Твою... Внушает. Старейший, я привела тебе того, кого ты хотел. Нового демона. Иди сюда, будь панькой. Офигеть, 5 лет игре, и она выглядит лучше, блин, современных. Просто офигеть, ну это вообще невероятное что-то. Или не 5? Ну, старый, короче. Так, что происходит? Я так понимаю, именно для него мы все эти души собирали. Ну, то есть не только мы, а вот эти демоны. Все именно из его голода душ. Коп-копушка. Пойдем. Давай проследуем в его логово. А, это понятно, это просто как... Ох. Офигеть. Блин, да чего в этой игре хорошо все-таки с дизайном, это что-то невероятное. Я боюсь предположить даже, что нас там ждет. Эта игра умеет дарить сюрпризы. Ты был избран старейшим. Ты будешь собирать нам души вечно? Или последуешь совету элементаля? Какой бы выбор у тебя не был, ты мой первый посетитель. Чувствую себя, говорит, как дома. Так, у нас опять выбор. Либо последовать совету элементалей и убить это древнее зло, либо встать на его сторону и стать его демоном. Вечным, вечным демоном.
Как бы там ни было, сейчас оно все и решится. Surely you have seen for yourself. Сам смотрел, говорит. Suffering that fills this world. Ой. But faith poisoned with poisons. God is merciful. Какой ты гадкий. Это настоящий король, смотри, меч тоже. Вот во что он превратился. А вон его и зовут король Алант. Офигеть. Я его по мечу узнал. Это, похоже, чисто показательный бой будет, потому что, увидите, его уже просто жалко. Не, таким попкоп явно не будет. Прости, король. Чуть слабовато как-то. Блин, чисто встал, а? Ты не понимаешь? Никто не хочет продолжать. Или никто не хочет умирать. Меч короля. Скилла не хватает. Сколько мне его нужно-то? Магия мне нужна, понятно. Но он все равно хуже моего, гораздо. Работа выполнена. Slayer of demons, go back above. Убийца демонов, возвращайся обратно наверх. The Nexus shall imprison thee no longer. Nexus тебя больше не удерживает. Девочка, может мне и тебя убить? Чё-то ты как-то нехорошо на эти все души смотришь. Она загонит старейшего обратно в его логово. У меня такое ощущение, что я своими руками только что всю эту власть передал ей. Она же тоже демон, как вы понимаете, да? The old one and I shall slumber interminably. That is the way it must be. Thou mayst go. Be gone to thine world. Я, говорит, и старейший, отправимся немедленно. А ты иди. Так, говорит, все должно быть. Прости, я не могу так рисковать. Хватит одного мне демона. В духе поп-копа. Вся эта власть моя. The old one sensed a new and powerful demon by its side. Короче, я демоном стал в итоге. The world will be engulfed by the deep fog. Bring more souls. Принеси больше душ. Такие дела, ребята. Такая концовка. Поп-коп не потерял хватку. Под конец он стал размекать, но в итоге все поставил на свое место. Понятное дело, что она тоже демон, и такую власть доверять тоже довольно-таки опасно, поэтому лучше я возьму это все в свои руки. Что я могу сказать по игре? Это настоящая жемчужина, одна из тех игр на PlayStation, которая вот натурально в одиночку окупает консоль просто с головой.
А учитывая, что есть еще и вторая часть, ну, то есть она не вторая, но как из той же серии Dark Souls, консоль, на мой взгляд, нужно купить обязательно. Потому что, блин, ну это просто натуральный шедевр. Я надеюсь, после этого прохождения вы со мной согласитесь, потому что таких игр просто нет больше. Надеюсь, вам понравилось. Это прохождение было достаточно сложным, достаточно долгим. Для меня, по большей части, сложным, потому что за кадром осталось очень много смертей, когда я бегал и умирал на этих боссах. Но, тем не менее, я получил от этой игры очень большое удовольствие. Надеюсь, и вы также. Увидимся в следующих прохождениях. Я не знаю, что будет следующее. В ближайшее время, я думаю, мы вернемся к Скайриму. А там уже дальше посмотрим. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока. Let strength be granted so the world might be mended. So the world might be mended. This is the Nexus. It holds together the northern land of Boletaria. Thou canst not exit the Nexus, but each of the five archstones will connect it to another.